Всем привет, мои рептилии, с вами снова я, Лия, и сегодня влог. Как ни странно, я давно не снимала влоги. После того, как я отсняла крайний день недели влогов, я больше ничего не снимала. Вот, и вот только сейчас дошли руки его снять. Вот. И, кстати, да, я сделала себе новый маникюр. Сейчас вам покажу. Сейчас утро, на самом деле, 30 октября, еще октябрь, не ноябрь. Вот. Не хочу есть. Ладно. Вот, сейчас вам покажу ногти. Извиняюсь за бардак. Вот такие ногти. Черный тут типа бриллиантик сердечко, большой палец такой же, и вторая рука вот такая. На самом деле, на второй руке мне сердечко больше нравится, на правой, не знаю. И моя любимая форма балерина. Вот такие ноготочки. Кстати, ребята, я вчера сделала брови, их подкрасила и сделала форму какую-нибудь, чтобы они хотя бы более-менее были одинаковые. Вот. Я думаю, видно, заметно то, что у меня глаза были более выразительные. А еще мы с мамой недавно купили мне вот такое зеркало за место старого. Вот. И купили еще вот. Ну, вот с этой штукой. Кстати, мне она очень нравится. Покупала в Фикспрессе за 250 рублей. Класс. Советую. Вот, и еще покупала вот такой Кармакс. Потому что свой Кармакс потеряла. Вот. С гранатом. Он очень вкусно пахнет. И на самом деле, оказывается, все Кармаксы, они немного жжут губы. Офигеть, я не знала об этом. Вот. И... И еще вчера мы с мамой заходили и покупали тушь Sky High. Вот улыбка радуга работает на вынос. Класс. Еще у меня была тушь до этого. Вот такая. Я сначала хотела ее купить. Но потом подумала, блин, все так нахваливают Sky High. Может мне ее тоже попробовать. Ну и короче, купила Sky High. Просто у этой тушь классная щеточка. Мне понравилась она. Вот. Мне классно. Если мне понравится, не понравится с Sky High, то я возьму вот эту, либо же просто буду пользоваться этой щеточкой. Это тушь, я не знаю. Короче, сегодня попробуем. Вот. А сейчас мы с вами пойдем умываться. Давайте я вам расскажу, потому что то все, что я снимала летом, тогда какой у меня уход за лицом, то сейчас немножечко у меня другой. Вот. Сейчас я вам покажу, расскажу. Чем я пользуюсь там. Вот, еще извиняюсь за мои голые стены, потому что сколько мы здесь живем, мы все никак не можем поставить плитку, у нас нет времени. Вот. Сейчас я пользуюсь вот такой пенкой для умывания. Вот, также у меня есть еще масочки появились. Первая масочка, вечеринка на Марсе, очищающая, от Organic Shop, да. Дальше у меня есть из Lush, вот такая масочка. Вот, маска желе. И еще одна маска от Organic Shop, освежающая маска для лица. Вот, я не знаю, я вчера делала масочку, может мне еще сегодня масочку сделать, я не знаю. И также у меня все также осталось... Пилинг-скатка. Вот это же. Потому что мой гель для умывания закончился. Вот, и это все, чем я пользуюсь на данный момент. Я буду... Еще я, кстати, рогу помыла. Ребята, вы не в жизни угадайте, что мы будем с вами кушать на завтрак. Знаете что? Вот я вам не покажу. Ха, шучу, ладно, покажу. Мы будем с вами кушать. Это самый любимый мой салат. Мы угадайте, будем салат Цезарь из перекрестка. Псиф, так люблю это просто. Вот такой красивый салатик.
Только вот осталось еще примешать. Будет вообще очень вкусненько. Так, ребята. Кстати, у меня... Подписывайтесь на мою соцсеть. Правда, у меня две соцсети. Одна соцсеть, там, где не закрытый аккаунт, это ТикТок. Вот он. Подписывайтесь. Там еще есть Лионест, нижнее подчеркивание 0, но это старый аккаунт. Вот, на новом аккаунте у меня сейчас там немного подписчиков. Вот. Постараюсь оставить ссылочку в описании. Если не получится оставить ссылочку, напишу, как обычно, название. Вот. Так что ищите меня в ТикТоке. Инстаграм тоже есть, но он у меня закрытый аккаунт. Будем пробовать вот такие натуралс. Что это? С паприкой. Они очень вкусно пахнут. Это вкусно. Вкусненько. А еще она красилась. Туши от Sky High. Мне она понравилась. Вот. Класс. Советую. Теперь буду ее всегда брать. Ребята, я уже вышла. Я обедала, суп, борщ. И ужинать я буду этот салат Цезарь. И мы идем с мамой к маме на работу вместе с вами. Короче, идем. Вот. Смотрите, как красивый закат. Кстати, я уже мама на работе. Закроем это убожество. Короче, ребята, я выгляжу не знаю, зачем мне так оделась, но ладно, хотя я буду сегодня снимать ТикТок. Сейчас. Вот, и, короче, я решила сейчас себе отрезать жопку. Вообще. Господи, я, правда, вот так вас поставлю, ладно, потому что я еще буду это в ТикТок, я, наверное, это лучше не знаю. Не тёкнутая. Это ужасно. Короче, сейчас пойдем спрашивать мамину реакцию. Плохо, только чуть-чуть подкрутишь и все. Ничего, дочь. Тебе так идет. Короче, ребята, это уже третий день нашего влога. Мы сейчас только что пришли. Мы подали заявку на то, чтобы сделать мне карту. На то, чтобы сделать карту, и мы пошли в KFC, кстати. Вот челка. Напишите в комментариях, идет ли мне такая челка. Мне кажется, нет. Поэтому я буду теперь, у меня всегда волосы будут за ушами. Так, мы пошли в KFC, и мы купили вот целый пакет. И мама не стала себе ничего из напитка заказывать, а я себе заказала Липтон. Ага, зеленый, хотя я Липтон. Он мне нравится, но это не мой самый любимый напиток. И с чаем. Мне больше нравится Фьюсти Романго и Машка. Манго и Ромашка. Вот, чек. Сейчас мы будем показывать, значит. Напиток. Так. Большая картошечка фри. Вкусненько. Так, салфеточки бесплатно. Спасибо большое. Так, это у нас что? Это у нас трипсы. 6 штучек. Дальше у нас идет
трубочка. Дальше идет у нас спокойно. По-моему, эти, походу, делал крылышки, да. Острые крылышки тоже 6 штучек. Салфеточка. Крылышки продержим, тестировать. Так, дальше 2 твистера Deluxe. Вот. Также еще одна салфеточка, так как у нас двое. И дальше пошли соусы. И все, пакетик пустой. А, соус барбекю. Третий нам шел в подарок. Соус кисло-сладкий мамы и мой сырник. Вот. И это весь наш заказ. Вот. Тик. Да, мы были в 2012. Вот. Всем приятного аппетита. Покушать вместе с нами. Вот. Всем спасибо. Ну ладно, вот. Вкуся. Ну, короче, сейчас мы будем кушать.